Саран-саран, с вами Ариран. Ребята, все как я и хотела, получается, все складывается. Вместе смотрим сейчас тизеры Супер М, которые вышли на момент съемок этого видео. 4 штучки с Бакхёном видео посмотрим еще раз. Еще с Тэхёном, Теном и с Лукасом. Да, остальных оставим на потом. Я, конечно, пока смонтирую видос, может, еще что-то выйдет. Я не помню там, какой график публикации. Но это не важно, не важно. Уже важно, что мы сейчас с вами посмотрим то, что есть. И потом, скорее всего, я так думаю, что посмотрим еще. Поехали. Так, Бён. Блин, еще звука. О, я первый раз слушаю, смотрю в наушниках. Это звучит так. Блин, он просто сидит. Посмотрите, мне так нравится, что с разных ракурсов. Это какая-то штука. Но это датчик, знаете, как в больнице. Но он не в больнице. А может, это какая-то другая странная, необычная больница. Я какие-то глупости говорю, неважно. Так, у нас тут робот. О, смотрите, там вот эти желтые круги на полу. Это типа просто такой пол попался или тут что-то... Такое объемное звучание. Ребята, ну запарились, конечно, над звуками. Класс, люблю, когда вот все так качественно. Сейчас будет этот момент. Такой ритм. Вот, смотрите, ребята, в конце, это ж кто, это Тэмин был или нет? Я не успела, так, Бакхён. Ой, а, да, тут у нас еще красивые кадрики, где у нас... А, сейчас будет еще момент такой, где он прям, ну, такой бусь. Ну, и вообще, мне вот эти кадры очень нравятся со светом. Вот, смотрите. Я уже говорила, что мне очень напоминает... Супаем. Я все протрындела. Говорила, что мне очень напоминает концепты EXO, ну, как вот эти вот легенды, вселенную. Вы мне сказали, что у NCT тоже там вроде как с ними перекликается. Очень интересно. Так, вот это вставляла новостной выпуск. Ну, окей, хорошо. Кстати, мне вы присылали скриншоты. Пожалуйста, ребята, не делайте этого. Ой, хорош, хорош. О, молния выше. Так, это он? Слушайте, там вот как вроде вставляют в их тизеры кадры с другими ребята. Но это вроде бы он. Почему это похоже на какой-то как типа алтарь? Правда, да. Не видел он. О, тут он сидит. Тут уже стоит, а тут сидит. Слушайте, что за миксовка кадров вообще непонятная? Я не улавливаю просто последовательность. Там какие-то там рога были, нет? О, вот да, смотрите, я видела на скрин. Так, кто там с пушкой? Боже, как он красивый. Ниточки, и ключики. Нет? Это, короче, нам намекает на то, что все будет очень запутано. Такая музыка. Их тут два! Блин, он в него целится. У меня такое ощущение, что я сейчас пулю в лоб получу. А, нет, еще, смотрите, подождите. А, вот. Слушайте, это Тэн, да? Я ж не путаю. Блин, их так показывают, что сложно угадывать. Ну, в смысле, я боюсь ошибиться. А, следующий. А, подождите. Это уже следующий тизер начался? А, нет, это еще тот же. А его было много. Господи, да, нужно ориентироваться на конечную заставку. Просто все нон-стоп обойдет. Так, окей, хорошо. Если я так правильно понимаю, сейчас должен быть Тэн у меня. Если все идет так, как я скачивала. Да, это он. Какой гармидер. Ну, так красиво это все снято. И так медленненько. А вы чувствуете, сколько интриги? Это был подсолнух когда-то, мне кажется, нет? Так, а тут должно быть или зеркало, или большая картина. Но там дырка. Мне напоминает какой-то фильм. О, господи! Зачем они так делают крип? Слушайте, он ведет себя как будто... Он так двигался, знаете, как будто он какое-то мистическое существо. Ну, красиво, да. Комната, правда, знаете, такими обоями, как вот в прихожей раньше у нас клеили. И не только, наверное. А еще комната, вот полы, похожи, как у Вовердозе были у Эксят. Так, ну вот это уже не так прикольно сняли. Ну тут он красиво, конечно, двигается. Там... О, во, мне вот это, блин, нравится. Так, там, что за картина? Что такое? Хорошо, что я с вами посмотрела. Ребята, это так странно, как я люблю прям все. Так, хорошо.
Вау, Лукас, я его стала узнавать теперь хорошо. Да, они такие красивые были, где на бэкстейджах или еще где-то. Я смотрю все распаковки, вот это все моя тема. Так, все зашли, а он остался, красивый такой остался. Не, ушел, зашел, пошел. Тут лампа. Ой, теперь мне напоминает фильм там, где был квест, и там тоже была штука наверху. А, какая-то машина времени прям. Жесть. Зынь. Столько дверей или это зеркало отражения? Куда пошел? Ну ладно, хорошо, куда-то он пришел. О боги! О боги, посмотрите, как это круто. И так еще и он так смотрит как-то так этак. О, слушайте, вот это психодел, просто жесть. Музыка, мне так нравится атмосфера. Слушайте, ну заморочились очень круто. О, Тимин. Слушайте, у меня такое ощущение, что Тимин будет везде это. Лукас. Так у него еще крутилось прямо над макушкой. Все-все, что ли? Закончилось. Я бы, не знаю, я хочу еще сразу сейчас, можно мне 30 серий? Я ничего не поняла, у меня столько, мне кажется, в мою голову за это короткое время втулили пасхалок и намеков, и от этого я вообще теперь ничего не понимаю. Но это будет что-то такое ядреное. Знаете, что, какие, в общем, мысли у меня навеиваются? Это не рассчитано совсем, не рассчитано на юную аудиторию точно, то есть это не будет там цеплять попсой какой-то или еще чем-то. Тут что-то, блин, позакопано, позарыто, нужно будет колупаться, да? Кстати, это может сыграть негативную роль в плане того, что, ну, как бы не каждому, да, дано понять вообще, что там происходит. Но, с другой стороны, тут есть фишечка-то, что пацаны там все красивые, талантливые, поют, пляшут. Просто даже если ничего не понимаешь, любо-дорого смотреть, слушать. В текстах песен я вообще не сомневаюсь. Я не уверена, что сами парни прикладывали что-либо, хотя, возможно, к написанию своей музыки, не знаю. Но я уже раньше говорила, я люблю всю музыку EXO в рамках группы, поэтому я знаю, что работают клевые чуваки с ними, поэтому я уже рассчитываю на что-то прекрасное. Хорошо. У кого какие догадки? Я ни одной не высказала, кроме того, что там будет какая-то жестя происходить. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Давайте все. До скорых встреч на той же волне. Поддерживайте ребят. Закругляемся. С вами была Ариран. Я всех люблю и целую. Пока-пока.